Салют всем, с вами Мастхэт, и Кизару дропнул клип на трек Message с EP-шки Say No More. Довольно такое, даже как бы так сказать, не очень удачное решение. Как по мне, все-таки там бенгеры больше Евгения Онегина и Say No More, сам трек. Message мне как бы не особо понравился, реакция, потому что была на эту EP-шку, я на стриме ее смотрел. Ну давайте посмотрим, что клип, какой смысл, что он сделал. Хорошая это работа или нет, Олег? Я посылаю людям месседж. Если беру за дело настоящий селфиш. Не нужен челлендж, наношу огромный дэмэдж. Ты микроб, ты распыляешься на мелочь. Наступает ночь, я сияю, буду светоч. Сама мама понимает, долго спанишь. Все это долго для тебя, я думал, ты оценишь. Все эти фото в инстаграм, она скучает. Переспи с кем угодно, вряд ли тебе полегчает. Лучше преданность, чем ложная любовь. Лучше останусь один, чем поверить в это вновь. I stop, ну чё, не заезженный ли сюжет на данный момент? Типа, ну он поет песню со сцены. Я видел уже такое в трех как минимум клипах. Ну окей, сейчас посмотрим, что в целом за история, и тогда я уже скажу. Но вот это вот со сцены петь песню, ну это уже, по-моему, очень заезженно. Тот же самый фейс, летай в реалити. Что еще первым в голову приходит? Где-то я это еще видел. В каком-то клипе, окей. Напишите в комментариях, если вы знаете в каком. Возможно, это мне поможет вспомнить. От пяток до зубов. Дробнул навел, забирая весь улов. И лезу в политику, всем мусором фоков. Я встречусь с братом раньше, если он выйдет по УДО. Строю свое будущее, словно архитектор. Забираю ваши души, сол-коллектор. Гадаю, разные страны, полный спектр. Микрофон, чертов бы не бал лектор. Долго позови, я приду. Так много позади, что сейчас я как в раю. Малышки просят расписаться на груди. Я не святой, тяжело быть примером для других. Я не люблю тупых, наступит мир. Молись, чтобы жизнь научила молодых. Рифмы, дробовик, смотри за близким, может быть гулик. Белый Криспи Крим и никаких улик. Нужно кормить семью, платить по всем счетам. Мы пушим вещества, когда повсюду нищета. Look how they think out, хочет рэп, все дел в деньгах. Плюс 30 пуль отправят всех сейчас поспать. Джекова, это моя библия. Меня зовут Олег, OG моя фамилия. Так точно. Окей. Так точно. Ну что по сюжету? Наркоманка была в казино, подхватила какого-то папика, и они поехали в отель, как я полагаю. Осталось 30 секунд клипа. Заезжен ли это сценарий? Мне кажется, да. Я посылаю людям месседж. Если беру за дело настоящий сэш. Не нужен челлендж, наношу огромный дэмэдж. Ты не кров, ты распыляешься на мелочи. Так точно. Посылаю людям месседж. Я посылаю людям месседж. Я посылаю людям месседж. Типа она вспомнила, ебать, был паренек, который пел, значит. Так пел, сука, что? По-моему, он мне нужен больше, чем этот богатенький паренек. Посмотрим-ка мы его фотку. Точно он. Посылаю людям месседж. И теперь они вместе катят куда-то. Ну, не знаю. Как по мне, ну, типа, снято, все прикольно. Сценарий я бы не сказал, что какой-то прям вау. Трек тоже можно было и получше трек взять с EP-шки. Я говорю, ну, Say No More, это прям бенгер вообще лютый. И на него такой клип можно было муткануть, мне кажется, лямов на 10, если не больше просмотров. Ну, это сделал Кизару, он выбрал это, поэтому
Никаких претензий. Работа хорошая, хорошая, поэтому хорошая работа, Олег. Да прикольный клип. Ну, могло быть лучше. Типа по треку 6, по клипу 6. Вот так я вот поставлю. Да неплохо. Да. Поэтому я не знаю, что еще сказать. Заезженный немного сценарий, как мне показалось. Меня это не впечатлило особо. Но при этом типа, такое место быть присутствует, правильно? Напишите свое мнение в комментариях по поводу этого клипа и трека, потому что я не знаю, как вы считаете, на другие бы треки был бы получше клип или нет? Мне кажется, был бы. На Say No More или на Евгения Онегина, или на ту же Карусель, которая, да, там ремейком является, но тоже можно было какой-нибудь клип пиздатый сделать. Не лучший вариант, как мне кажется. Напишите комментарий, я почитаю, я все читаю, к сожалению. Или к счастью. Подписывайтесь на этот канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать стримы. Что еще можно сделать? Лайк поставить, да и друзьям рассказать про это видео или про мой канал. Ну а с вами был Must Head. Всем удачи и всем пока.